Бочков устремляется. Гол! 1-0 за Урале выходит вперед. Капитан Курганцев выводит. Великолепный проход Курганского нападающего. Су-33, можно сказать, как самолет пролетел. Помним, такое прозвище было у Максима Сушинского в авангарде. Но и здесь вот действительно Илья Бочков сделал все мастерски. Ну и потрясающее завершение, мощный удар. Кто как не капитан должен вести команду за собой в такой трудный момент, в такой непростой период. И получает он 5 от главного тренера. Смотрим, как через всю площадку промчался. Ну, по сути, всю команду обыграл и в дальний угол послал шайбу.